Пора вставать на коньки. Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток» приступил к подготовке катков. Ледовые площадки располагаются в основном на окраинах города, чтобы зимние виды спорта были доступны большему количеству ребят. К зиме готово 14 катков. На них будут проходить соревнования дворовых команд. На то, чтобы лед получился крепким и гладким, уйдет минимум неделя. Заливать будут 6-7 слоев. Во вторник формировали ледовую площадку на улице Генерала Хлебникова. На сегодняшний день уже сформировано 9 ледовых покрытий, потому что погодные условия позволяют. Катки заливаются от минус 5 до минус 15. Я думаю, что до 10 декабря мы постараемся все 14 катков привести уже в соответствующий вид.